Пыльца яблочного дуба. Чё? Пыльца. А, это я с бабочки вытряс. Понятно. Но они явно не так ловятся. Хотя вот тут бабочек просто хоть жопой жуй. Попробуем их поймать. Бабочки, бабочки. Слушайте, знаете что, давайте проще сделаем. Пойду-ка я почитаю, как бабочек ловить. В общем, посмотрел я, что такое это пчеловодство. Честно вам скажу, да. Умеют ребята на ровном месте проблем создать. Да блин, хорош подвисать. Блин, ты что, издеваешься, что ли? Поставься на единичку. Так, сколько мне там? 17 хватит. То, что ребята на ровном месте умеют создать проблему, это прям вообще даже не обсуждается. А уж что такое автоматизированное пчеловодство? Мотать мое почтение во все стороны, блин. Факел. После меня остался. Место, блин, моей первой смерти. Кто смотрел, тот знает. Кто не смотрел, ишите. Чуваки, я занят. Ну что вы лезете, блин? Нифига себе, там кто-то меткий в движущуюся мишень попал. Так, это у нас что? Это улей. Ама. Откуда такой? Вот правильно. Давайте. Между собой, ребят, поделитесь, вам полезно будет. Так, я в какую сторону сейчас иду? Мне надо вот сюда. Да. Мне надо вон туда. В поисках ульев. Ну, а как иначе? Только так и никак по-другому. Цветы опыта. Свинки. Но тут ули вряд ли будут. А вот здесь уже вполне. А это кто? О. Не, ну они приручаются, в принципе, так что тут зря, как говорится, так от них.
Делаю вид, что я боюсь. Бояться не надо. Этот цветов опыт просто прям. Блин, смотри, как бабочек ловить. Ёлки-палки. Пчел посмотрел, а про бабочек забыл. Сплошной, блин. Сплошной, блин, болотный биом. Ты куда? Блин, а где все ульи, ёлки-палки? Серьезно, я когда путешествовал, постоянно на них натыкался, блин. Когда вокруг моря пошел. Все время. Так или иначе, блин. Там сям постоянно натыкался на ульи. А это тут откуда? Слышу, тухни, а? Скорее всего, кто-то на цветочек соответствующий наступил. Умник, блин. А сейчас просто ни одного улей нет. Тебе казалось бы, ну какая цветочная полянка, да? Почитал я, что там нужно. Что надо как-то менять там их. Трутни, пчел, конечно, трутни нужны. Вот это, я тебя вижу. О! Лесной трутень и принцесса. Кстати, слушайте, точно, а может они... Вот так вот на деревьях висят, а я тут лечу, балбес. Так, там еще пожар. Ого. Ну тут да. Тут я ничего не сделаю. Может, я уж хрен знает сколько пролетел вот так вот. Просто не заметил сверху. У нас с другой стороны. Пойдемте еще поищем. Подсолнухи. Да, в принципе, я вроде так достаточно. Кстати, было написано, что розы еще нужны. И редко что-то другое. Ну, розы у меня есть. Розы я выращивать, в конце концов, могу. Это не проблема. Розы там... Это мы уже прошли. Блин, а вот это место, оно прям под улей просто сделано. Здесь они должны быть, блин, пачками. Тут ни одного нет. Что за бред? Цветов просто хоть жопой жуй, а ульев ни одного. Ладно, беру свои слова обратно. Один есть. Ой. Они красные какие-то. Главное, скромных принцесс у меня именно принцессы выпадают. Естественно, они так и должны быть красные или что? Или они типа злые? Хрен его знает. Будут кусаться, переживем, в принципе, ничего страшного. В конце концов, зря у нас, что ли? Надо будет только поставить их так, чтобы они там не шибко сильно до меня везде доставали. Почему я так это делаю? Все, ой, уперся. Ну, во-первых, мне хочется все ж таки добыть себе. Так, все, этот мусор нафиг выбросить к чертовой бабушке. Горит.
Во-первых, мне все-таки хочется сделать себе эти сумки. Молоток. Не грушу еще вылить сейчас. Молот не работает. Блин, похоже на то. Ты японский бог, а? Как это бесит. Так, ну что, двигаем. Да, двигаем дальше. В поисках ульев. Хрен с ним. С шуриковскими закидонами на тему новых ресурсов. Гранит. Земля. В иллюминаторе видно. А это что такое? Известняк. Диорит. Давайте возьмем. Так, набрали. Прикольно. Какие-то новые ресурсы, которых я раньше не видел. Так, ну это синюю хрень я помню. Это у нас апатитовая руда, это у нас уже было большое количество. Так. Нормально, меня так занесло. Вот так ульи все нет. Лошадки. Привет. Лошадь. Но лошадь не отвечала. Слушай, ну в принципе у меня пара трутней есть же. В общем-то, да. Хочется, блин, еще один, другой, третий разыскать. Где-то же они должны быть. Уже ночь наступит, да? Че, давай домой? Фактически. О! Повезло. 4-5. Кстати, они не стакаются, я только сейчас заметил. До этого особо внимания не обращал. Так, 9 розовых кустов есть. К сожалению, просто лава. Так, как нам домой? Вот так нам домой. А вот еще один. Снежный тут.
Смешно. Давайте возьмем. Что-то странно, тут было скромных принцесс две штуки выпал, да? А из этих из всех четко выпадает по несколько. Вон еще один снежный. Еще один, блин. Да вы угораете, что ли? Назад пошел, просто спотыкаюсь об них. Дайте еще один снежный раздербань. Козел, блин, а. Ну, подобрать, чтобы эти блоки тут просто так не бултыхались. Иначе будут траблы. Так, ну что, все, домой? Да. Ну да, ночью-то их искать намного проще. Ускоряемся. Еще быстрее. Еще. Еще. Скелет кто-то пинает. Или там по цветам ходит. Ну, по цвет... Нет, он по цветам, похоже, ходит. Кусты опыта. Сейчас никак долететь не могу. Нехило я так ушел в поисках ульев. Ну, кстати, на самом деле, вот обратите внимание, там они были, да, а здесь все уже не попадаются. Хотя казалось бы, да, вот что такого? Что тут поменялось? Но нет. Здесь их уже нету. Вовремя подлетел. Это могло быть намного. Здорово, Эндер. Давно не виделись. Так, Шуриковский провал. Ай-яй-яй-яй. Тише. Мне туда. Давайте попробуем. Скромная принцесса.
Лаверс. Half members are not shoot red flowers. B. Yeah, whoa. Хамит. За климат. Давайте дождемся утра. Поспать можно, блин. Куча мест, блин, поспать негде. А, вот утро. Сейчас посмотрим, если это работать не будет, то и болт с ним, реально не хочу заморачиваться. Ну, серьезно, блин, вот давай ищи здесь, блин, правильные цветы и так далее. Слишком холодно. Слишком то, слишком это. Семена пшеницы. Еще выяснится, что я не туда его поставил, то это будет, конечно, весело. Вообще-то он в тени стоит, что я об этом вообще не подумал. The Hive. Ну, солнышко, да, быстрее, а? Так, где у нас там? Но здесь все равно холодно и хамит. И тручень куда-то делся. Почему все по-английски? О, это что такое? Вла... А, владелец я. Скрещите труд не процесс. Обычная.
О! Только flowers нужны. Отлично. Сейчас попробуем. О, все. Все. Вы счастливы? Так, понятно. То есть мы берем луговую принцессу и с ними прям все замечательно. Вроде норм. Да общий, конечно, господи. Зимний трутень. Ладно, давайте подождем. Пока что давайте глянем. Мне хватает. Кстати, а вот этот сундук пчела, как его там? Сундук. Вот сундук пчеловода. Раз, два, три, четыре, пять надо, да? Так он мне, по-моему, хватает. Шесть, семь, восемь. Блин. Чтобы создать сундук пчеловода. И стекло надо, да? Так, деревянный сундук ненужный. Так надо с улицы забрать. Эй, что-то отъелся. Дверь не пролазишь. Отстань, бабочка. Подожди-ка. Рюкзак. Да, вот рюкзак землекопа, строителя, вот пчеловода. Ага, нужен сундук пчеловода. Так. Любое стекло. Стекло у нас есть? Нет. Нет. Любое стекло. Напугал. А что такое рюкзак пчеловода, мне интересно. Сейчас окажется, что это какая-нибудь узконаправленная хрень. Вот это будет весело. Так, две шерсти, четыре. Паутинки, две палки. Так, две шерсти, четыре паутинки, две палки. Так, по-моему. Твою-то мать, да ты серьезно, блин? Ясно. Какой-то очень узко.
Направленный рюкзак. Чё, блин, а я-то уж дурак обрадовался. Ну окей, давайте, рюкзак авантюриста, что такое? Так, рюкзак авантюриста, да? Две кости, понятно. Палки меняются на кости. Ой, кости. Нет, есть. Есть у нас кости, есть. Так, как там? По-моему, вот так себе ничего не путаю. А, нет, он просто такой маленький. Ну это да, это хрень тогда. Может, конечно, лесника, охотника. Это да, для бабочек такая же хрень. Эх, ёлки-палки. Эй, воу-воу-воу. Не повод выбрасывать. Да, грустная музыка крайне актуальна. Просто в итоге как бы все это хрень. По большому счету. Причем полная. Я-то думал, видите, рюкзак пчеловода, это будет просто какая-то универсальная штука. А здесь, видите, для маток, еще что-то, еще какая-то фигня. Но я пока не вижу какой-то деятельности, кстати говоря. То есть сколько времени уже прошло. То есть это они столько времени будут делать одну единственную, как ее, соту? Или что? Что вот сейчас происходит? Как бы вроде написано, что все норм. Все устраивает. А, пойдемте покопаем немножко. Да. Ну, по крайней мере, немножко разобрались в теме. Самую-самую малость. Где тут спуск? В наше подземелье. Вот так вот. Решил попчеловодничать. А, блин, кстати, надо вот зайти в сферу, посмотреть, там заряд, зарядиться тоже должна была, я думаю.